Как Брежнева. Груз 200, блядь. Так, теперь боком ставим. Не открывай, не открывай. Боком. Параллельно этому находят очень много останков древних животных. Ну, не очень много, но, во всяком случае, мы знаем о нескольких находках. И вот первая находка, то, что сделал Саша Бандеров, Александр Бандеров, он передал для изучения Академии наук. И, конечно, это было очень уникально. Ученые очень довольны этим. И они говорят нам, да, мы знаем, что такое мамонт, но мы очень много животных, живущих параллельно мамонту, мы никогда не знаем, мы не видели, не изучали их. Поэтому то, что сделал Бандеров, это был такой большой стимул для людей. И сегодня уже вот нашли пещерных львят, там, небольших, которых тоже будут изучать. И мы хотели бы создать такой фонд, чтобы стимулировать людей, которые живут за счет находок бивня, чтобы они, найдя какие-то биологические останки, да, то есть каких-то животных, птиц, знали, что, например, за такую находку, ну, будет выдана большая премия, там, в районе 1 000 000 рублей. Впечатления очень хорошие, потому что если вот что-то делаешь для людей, ждешь отдачи, то как раз здесь отдача вот в горящих глазах, то, что люди, видно, хотят услышать, увидеть о том, что не просто мы живем где-то в глубинке, о том, что у нас здесь везде есть что-то свое, что интересно для людей, живущих где-то там далеко в мире.